2444 плейлиста создано на моем канале. День уже полдень, потому что днем 14 октября 2024 года. Три четверки, да, в этом числе. Ну, такая интересная цифра. Информацию эту предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что посчитать самостоятельно такое количество плейлистов невозможно самостоятельно. Но дело в том, что это и не нужно делать, потому что на YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя тем самым нас от ненужных хлопот, сберегая время, а самое главное, сохраняя нервы. Да? Поэтому этот агрегатор является весьма полезным. Я часто пользуюсь данными и информацией с этого агрегатора. Ну, прямо сейчас я вот снимаю видеоролик, использую информацию с этого агрегатора. Поэтому, естественно, что я благодарен YouTube, что у него существует этот агрегатор. Я от всей души говорю спасибо за то, что вот этот агрегатор существует и облегчает мне жизнь.